Зараз до наших пілотів. Їх двоє прибуло до Сполучених Штатів для навчання на симуляторі F-16. Про це повідомляє NBC. І це перше відрядження пілотів з України для оцінки їхніх навичок американськими військовими тренерами. Тестуватимуть наших спеціалістів на військовій базі у Тусоні, це штат Аризона. А все, аби визначити оптимальний термін навчань. І от за даними видання, американська влада затвердила перевезення ще 10 українських пілотів до США для проходження подібної оцінки вже цього місяця. Водночас у Штатах наголошують, це не тренувальна програма. Українські пілоти не будуть керувати реальними літаками, лише користуватися симулятором. Ну і відрядження пілотів до Сполучених Штатів підтвердили так само у Збройних силах. Речник Повітряних сил України заакцентував, партнери визначають рівень вмінь українських пілотів, аби в майбутньому створити навчальну програму. До пілотування якого повітряного судна готуватимуть наших спеціалістів, наразі питання відкрите, поза як рішення про передачу Києву бойових літаків ще не ухвалено. Але, ймовірно, це буде американський відомий вам F-16. Мова йшла про те, що аналізують готовність українських льотчиків, аналізують їхній бойовий досвід, їхні знання для того, щоб концептуально зрозуміти, скільки часу знадобиться, які треба витратити навчально-матеріальні засоби, яку базу обрати для потенційного майбутнього навчання пілотів. Ці пілоти вже досвідчені льотчики і працюють зараз з нашими партнерами, щоб зрозуміти, як саме можна організувати навчальний процес льотчиків. Кількість теж оголошувати не будемо, якщо це 10 вже там оприлюднили, так, ну, зрозуміло, що ми не можемо одразу взяти весь льотний склад і відправити кудись там вчитися. А тепер до заяв. Британія формує консенсус серед союзників щодо передачі літаків Україні. У цьому переконаний посол нашої країни у Сполученому Королівстві Вадим Пристайко. І, за його словами, Лондон намагається не сполохувати партнерів. Тому лунають заяви, що Київ може отримати літаки Єврофайтер після закінчення війни. І Пристайко також нагадав, що подібна ситуація була із постачанням танків свого часу. Стався вирішальний момент, коли Британія заявила партнерам, або вона сама каже про передачу озброєння, а потім доєднує союзники, або ж усі діють разом, як один фронт, як НАТО. Я думаю, що коли Британія каже про те, що ми можемо отримати лише в мирний час, це до певного рівня спроба бути відвертим у спілкуванні і, більше того, не сильно лякати союзників. Тобто намагатися, як Британія це часто робить в НАТО, сприяти формуванню консенсусу. Для того, щоб передати таку складну техніку, як винищувачі, які мають обслуговуватись, мають бути навчені пілоти і техніки, мати цілевказання і розуміння, куди, звідки, хто і як застосовує в багатовекторній війні. Для цього потрібна взаємодія багатьох союзників. Вадим Пристайко – надзвичайний і повноважний посол України у Великій Британії. Костянтин Криволап, авіаційний експерт і аналітик, з нами на прямому зв'язку. Вітання, день добрий. Наші вітання. Вітаю вас. Та, ну от якщо співставити низку тих фактів і заяв, які ми маємо, з одного боку вишкіл на симуляторах українських пілотів у Сполучених Штатах на авіабазі, з іншого боку ті заяви, які ми щойно тут процитували для нашої аудиторії, то все йде до рішення щодо надання. Чи так не є? Ні, безусловно. Все це движеться в одну сторону. Рано или поздно это произойдет. Вопрос, когда будет консенсус политический, когда будет готова вся инфраструктура, инженерно-авиационная служба, системы взаимодействия с космосом, спутником, беспилотниками, результатами аэроразведки. Это все одна система должна работать. Это не может быть отдельно один самолетик летать сам по себе. Это сложная система, сложная структура, она не быстро настраивается. Это день, это работа не одного дня. Если говорить о наших пилотах, которые отправились там в Америку для работы на тренажерах, то давайте не будем забывать, что было сообщение в октябре, и показывали там интервью с нашими пилотами, которые обучаются в Америке. Кроме того, у нас там было сообщение о том, что госбюджет выделил, США бюджет, выделил 100 миллионов долларов на обучение наших пилотов. И сейчас не сообщается о каких именно подготовки, на какие тренажеры будут осуществлять наши летчики. Можно предполагать различные варианты, но я думаю, что это будут в любом случае американские самолеты, либо F-16, либо
может быть F-18, может быть это еще дополнительное будет бородавочники. А-10 штурмовики очень эффективные, достаточно легкие в управлении, не требующие сложного обслуживания аэродромного. Ну и на текущий момент они достаточно были бы эффективны для решения наших задач контрнаступательных. Теперь что такое тренажеры? Вот некоторых может возникнуть ассоциация с тренажерами, которые установлены там в торговых центрах или симуляторы. Но это, как говорится, детский лепет на лужайке. Не случайно говорится о том, что военные летчики – это одна из самых дорогих военных специальностей. Их подготовка стоит очень дорого, потому что летчиков учат, и они сами учатся реагировать на возникающие ситуации, не задумываясь. И это главная задача, потому что скорости сумасшедшие, физическая нагрузка на летчиков сумасшедшая, во время перегрузок, вернее, во время определенных пилотажных действий перегрузка может там достигать 10 и выше G. То есть ваше тело, которое весило там 60 килограмм, становится 600 килограмм. Давление вырастает там 250 на 150. Пульс может там 160. То есть это экстремальное значение, и вся эта система должна выдерживать. Теперь попробуйте при таких давлениях, нагрузках еще правильно управлять самолетом. И это возможно только если у вас есть автоматические навыки и привычки. Так вот, стоимость этих тренажеров реальных бывает практически половина стоимости самолета. То есть там 20 миллионов долларов для хорошего тренажера – это еще не цена, это только начало, с чего надо торговаться. Ну и, соответственно, задачи, которые там отрабатываются, например, начинается все от простых процедур, там взлет, посадка, ну то есть это там, запустить двигатель один, запустить двигатель второй, включить, там, открыть закрылки, сделать еще какое-то действие, проверить элероны. Это определенная процедура, последовательность действий, и она должна выполняться на то, что называется, на автомате. И более сложные – это уже боевое применение и боевые условия, когда можно сымитировать те условия, которые не бывают в боевой обстановке, но которые могут произойти там с какой-то определенной вероятностью. На самолете это сложно во время учебных полетов сделать, потому что, ну, как бы риск большой. А на тренажере это можно сымитировать с достаточно высокой степенью вероятности. Применяются техники виртуальной реальности, шлемы. Ну, в общем, там по полной имитации иногда даже можно забыть о том, что ты на тренажере. Пане Костянтине, фактично те, що ми почули від американської сторони, ми їх не навчати привезли, просто оцінити їх навички. Але ж, ну, навчання, ви теж самі щойно сказали, воно ж теж на початках відбувається на відповідних тренажерах. Фактично, оцінка навичок і навчання, наскільки це різні речі? Чи ми тут зараз просто гру слів бачимо і не більше? І по факту, ну, українські пілоти і навички можуть показати, і навчитись паралельно. Не, вы понимаете, необходимо протестировать действительно то, что вот говорил речник Гнат, необходимо протестировать способности и возможности наших летчиков к обучению, к нагрузкам, к скорости привыкания к новым реакциям на поведение машины самолета, то бишь. Поэтому тестировать их надо, и это необходимо сделать для того, чтобы как можно больше сжать программу обучения, не теряя при этом качество обучения. Коли йдеться про ось такий вишкіл тренування на симуляторі і потім польоти вже практичні, тренувальні, але практичні. Я не говорю зараз про цей конкретний випадок, так? Але наскільки, скажімо, істотна ось ця прірва і чи означає те, що в разі, якщо людина успішно може пройти ось це випробування на симуляторі, ну то наступний крок і він не забариться, это уже реальный тренировочный полет. Ну, смотрите, возьмем просто простую, обычную, стандартную программу F-16. Прошел летчик испытания, прошел медкомиссию, его признали годным, он там прошел определенные курсы, вот начинается его учебный процесс. Полная программа F-16 по протоколу заключается там в прохождении обучения в течение полутора лет. Когда шла речь, обсуждались вопросы подготовки украинских летчиков, речь шла там
о подготовке за 6 месяцев. Например, Gripen шведский, у него цикл обучения 6 месяцев вообще. Но что общее в этих программах, это то, что они делятся на 3 цикла. Первый цикл – это полеты на тренажерах, отработка этих всех ситуаций. Это где-то 1/3 по времени. Второй цикл – это полеты в спарке, когда ты летаешь вместе с инструктором. Инструктор тебя просто контролирует или дает команды на выполнение определенных маневров или манипуляций. И третий – это уже обучение боевому применению. Это уже летает летчик сам, уже сам отрабатывает эти военные задачи. Когда будет проведено тестирование на тренажерах, то, очевидно, будет принято решение об изменении программы, а общее количество, которое сейчас уже заявлено, 12 летчиков, это, ну, фактически это эскадрилья, это нормальная средняя эскадрилья. Поэтому, я думаю, все идет к тому, чтобы получить самолеты, но не хочу быть каким-то, знаете, там, фантастом и большим оптимистом с точки зрения подготовки всей этой системы к скорому использованию. Это, еще раз повторяю, это сложная инженерная, организационная, техническая задача. Это очень сложная логистика. Это не будет в течение 2-3 месяцев. Не надо себя обманывать. Скажіть, от ви згадали Гріпена, ми говорили про F-16 і Єврофайтери, можна сюди додати. Наскільки ймовірно, що тут буде в плані літаків задіяна така ж сама схема, як з танками, отримаємо там різні види, а потім уже по ходу п'єс визначаємось, які підходять найбільше нам. І наскільки вони відрізняються по технічним характеристикам? Я вам скажу, що вже давно ці всі питання були ісследовані, ізучені. Є концепція, там, по-моєму, 19-го року розвиття української авіації. И там предполагалось, что в течение 12 лет мы будем получать, по-моему, по 12 самолетов F-16. Это самое хорошее, самое продвинутое, самое удобное, самое эффективное с точки зрения экономики авиационная платформа для использования ВСУ. Вторым в этом ряду стоит Gripen, который, ну, очень хорош с точки зрения его неприхотливости, с точки зрения его также стоимости, с точки зрения возможности посадки в более жестких условиях, потому что в Швеции нет своих аэродромов, и фактически все семейство шведских Саабов, она проектировалась так, чтобы можно было эксплуатировать ее в жестких условиях. То есть там запасы прочности заложены более высокие. Это снижает эффективность самолета, но позволяет ему так уверенно бухаться, где попало. Да? Еврофайтер – это достаточно дорогая машина. Это, грубо говоря, за один Еврофайтер можно там купить 2,5 F-16. Эта цена там начинается от 125 миллионов долларов. Это достаточно продвинутая машина, но я бы не сказал, что вот эта разница в цене, соотношение цена-качество у Еврофайтера может выиграть перед F-16. F-16, я думаю, выигрывает. Остальные машины... Знаете, тут важна платформа, тут важно взаимодействие, тут важно создание единого информационного поля, в котором действуют все. Начиная от простого пехотинца и заканчивая там оператором спутника, который наводит на какие-то определенные объекты, дает разведывательные данные по нему. А летчик, пилот – это уже часть этой общей системы. Это вся система должна взаимодействовать. Поэтому взаимодействие этой системы в течение там, 2-3 месяцев это, ну, практически невозможно. То есть дело не в обучении, не в скорости обучения летчиков, а дело в готовности всей структуры, информационной структуры к использованию и применению этих правильных и великолепных самолетов. Зрозуміло. Костянтине, спасибі вам за, власне, ту аналітику, ту інформацію, якою ви поділились. Костянтин Криволап, авіаційний експерт, аналітик, був на прямому відеозв'язку з нами.